беременная с подъезда. Это одна беременная сильная, да, Кися? И вторая. Не бойся. Не бойся. Не трогай мы твоих бурундуков. Один лиль, второй. Итак, из 12 кошек две кошки оказались беременны. Сразу отвезли в клинику. Одну успели стерилизовать, а вторая начала рожать во время осмотра. К нашему счастью, она родила всего два котенка. Мы срочно нашли передержку и отправили эту милую семейку в добрые, заботливые руки. Кошечка, которую мы успели стерилизовать, оказалась больна лейкозом. И теперь у нас еще дополнительные расходы. Необходимо будет сделать анализы всем остальным. Дай бог, чтобы они были здоровы.